Target filled.
For a moment, you entered the astral dimension. A place where the soul exists apart from the body. I pushed your astral form out of your physical form. Why are you doing this to me? To show you just how much you don't know. Open your eyes. Order filled. Stop filled. Всем привет, друзья! Но некоторые пояснения все-таки требуются к видосу, поскольку там двухдневный шорт, конечно, это нечто из области фантастики. Озвучиваемые цели там 178 тика, уж не говорю про 240 тика, какие-то кажутся совершенно безумные и так далее. Но на самом деле, если мы рассмотрим эту ситуацию, так сказать, более применительно к реалиям, то на самом деле поймем, что не так уж все и безнадежно было. Дело в том, что входил-то я по старшему фрейму, от объемов старшего фрейма, и цели там, ну, соответствующие, поэтому, как бы, они мне не казались такими. Другое дело, что я, буквально уже, наверное, второй или даже третий раз к ряду я наблюдаю то, что мы не достаем 50% диапазона, то есть 30% достаем, 50% нет. Вот, и это наводит на какие-то такие мысли в плане коррекции. Но, с другой стороны, цели-то как, я первую цель-то забрал, вот, причем первую цель я забрал, вот, ну, совершенно вероятнейшую, то есть вероятнее просто некуда, вот здесь вот, то, что называется, да, там 43, по-моему, я вышел. Дело в том, что если мы возьмем старший фрейм, на нем посмотрим, вот кому интересно, кто наблюдает за этим делом, за моей торговлей, могут посмотреть, там... Ну, а нижние границы сейчас я не вспомню на память там, да? Вот, по-моему, что-то... Даже не помню, не буду даже врать. Ну, короче, вот как-то так мы их обозначим, да? И 54-76, по-моему, мне кажется, вот почему-то, мне так кажется. Нет, не могу я так, надо все-таки обозначить. Да, 54-77. 54.77, где у нас 54.77, а вот умещается, ну хорошо, вот здесь мы сейчас их и отметим, Верхняя граница у нас очень просто здесь, прямо вот по точке моего выхода. Ну, короче говоря, вот как-то так выглядело, да, просто минутка слишком растянута, и все, что вот слева, мы можем вот где-то здесь увидеть это касание. Вот, то есть вот таким образом я для себя видел диапазон на старшем фрейме. Соответственно, 50% диапазона, это вот 55-43 примерно. Ну, может быть, чуть-чуть там пониже. Кроме того, что здесь на 55-43 был очень приличный объем по старшему фрейму. Причем там видно по цене, что мы вокруг него вот лизались, облизывались, вот таким вот образом набирали, да. А потом вот пошли наверх. И, собственно, на нем я стоял. Вот видите, мы не достали до него. Собственно, так же, как и при отталкивании оттуда, мы тоже там тестом не достали. Потому что там оно как-то вот так вот было. Мы сходили повыше, потом вот так пришли и потом снова улетели. То есть вот здесь вот касания не было, да? Был разрыв. Вот, поэтому, ну что... Не такие уж они нереальные цели.
совсем реальный. Просто самая последняя цель, которая была вот на нижней границе диапазона, вот здесь вот, да, она равнялась 240 тикам. Вот. Та, которая была вот здесь, было 178. Поэтому, ну, что такого вот нереального, что такого из области фантастики, я даже, честно говоря, не наблюдаю. Ну, а здесь вот 240. Ну, или около того, там могу ошибаться, плюс-минус там, да? 1, 2, 3, 5 тик. Вот. Ну и обидные моменты, конечно, тоже были, да, друзья, по видео. Вот здесь вот, например, был крайне обидный момент сегодняшнего дня. Здесь я хотел добавиться. Это очень такой хороший, мощный был уровень, верхняя граница диапазона. Кроме того, здесь вот объемов накидали, да. И вот здесь вот встать на шорт, когда снизу подошли с утра, было очень даже хорошо. И, собственно, я там встал. Но опять же, вот встал, как мне казалось, ну, по очень хорошей цене. И должны были ее достать. Должны были достать ее. Но вот они в меня потыкались, постояли на мне. Видите, да, там проторговочка такая. Вот, минутная. Долго достаточно стояли, не одну минуту. Минут 10, наверное. Тыкали, тыркали, так и не дали и ушли без меня. Вот. И здесь, конечно, вот, ну, долиться было бы интересно и выйти там, ну, скажем, на обновление дневного лоя вот этим вот долившимся объемом. Наверное, было бы нормально. Ну, в общем-то, не получилось, да? В общем, так вам скажу, что шорт такой. Шорт не сбывшихся надежд. В итоге он, конечно, плюсовой, 76.32 тика. Тоже, конечно, результат. Вот, но когда ты в моменте видел 160, вот, конечно, закрыть 32 из 160, я не знаю, для этого нужно мужество, мне так кажется. Вот, друзья мои, на 7 все, что хотел вам пояснить. А, ну и, кстати говоря, что дальше теперь, да, что дальше, как, что я вижу дальше. А дальше, ребят, я вижу только лонг дальше, пока, вот, по крайней мере, да. Мы вот эти объемы конские, которые здесь были, мы их, смотрите, перебили, распилили, пробили наверх. Вот, мы их утоптали здесь и сейчас пытаемся отрастать, поэтому я вижу только лонги на данный момент. Пока. Лонги, ну, скажем, там куда-нибудь 57.09 как минимум. Вот. Хотя там уже отметка была, то есть мы там уже, ну, бросили объемы, их вниз прошили. И тест этих объемов уже был, поэтому, ну, вероятно, и выше зайдем куда-то там 57.46, 57.60, вот, и, возможно, пойдем вообще куда-то там, я не знаю, 58, 55. Но нужно смотреть, что будет в моменте, что за объемы будут, как эти объемы будут выходить, куда они будут выходить. Нужно перелезть уже на новый контракт. Вот, я еще на старом был, но видно уже, да, что вот здесь цена уже ерунду рисует. Разрывы уже пошли там и так далее, то есть объемов нет, объемы все на новом контракте. И, собственно, я на него уже перелез, просто поскольку трейд был на старом, то, собственно, здесь все и показывал. Да, ну видите, вон, смотрите, уже ерунда какая пошла. Да, тоже, кстати говоря, может быть и потому, что я попал с этим шортом именно вот... В момент, когда с одного контракта на другой переходим, может, еще и тут какие-то нескладухи повлияли. Но суть в том, что вот такой был шортик. Благодарю, друзья, всех за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи и до новых встреч. Пока.